Хай всем пожаловать в прохождение игры Tomb Raider. Сегодня будем продолжать, сегодня у нас эпик. Эпик всего, как я понимаю правильно. Нам надо будет бежать куда-то туда, но я не помню. Не то, что не помню, не знаю, куда идти, как туда идти. Но ничего страшного. Как-то дойдем. А куда мы бежим-то? Вот тут есть какая-то фигня. Ага. Насчет рации. Тайники с монетами у нас тут есть теперь. Давайте подберем, чтобы не пропадало. А то, что мы там хотели купить? Не комп... Нет, комплект мы купили, наверное, с инструментами. Наверное. Я вот не помню. Но вероятность большая, что я ее купил. Отец пропал. Минувшей ночью я рассказала ему о захватчиках и их оружии. С восходом солнца он пропал. Кирилл сказал, что вернется, но день уже на исходе, а отца никто не видел. В смысле, вернулся? Боюсь, как бы старый глупец не наломал дров. Сейчас он нужен нам больше, чем когда-либо. Ну вот так вот. Теперь живите так. Что у нас вот? Тут у нас есть оружка. Оружка. У нас дробаш. Точно. У нас же дробаш. Ебой. Конечно, можно ради прикола тут прокачать там, не знаю, чего-нибудь еще. Но я не знаю. Быстрая перезарядка. Тут будет пробивать типа лучше. Скорость стрельбы лучше. Ну давайте перезарядку. С пистолета как бы будет больше стрелять, наверное, по крайней мере. Давайте так сделаем. И теперь идем быстренько качаться. Прокачаем, у нас два навыка. Вот давайте возьмем вот это. И, наверное, возьмем, например, сюда. А пусть так будет. Что связано с луком, я буду всегда лук качать, потому что лук это, наверное, топ оружия в этой игре. Не в плане по урону по всему этому, а просто в плане вообще. В общем, с него просто прикольно стрелять. Вот. А плюс, когда он будет читерский, это вообще круто. Прибыли в эти места. Здешние растения, от высочайших деревьев до мельчайших грибов, оказались им незнакомыми. Много времени утекло, и немало бед приключилось. Прежде чем они научились понимать язык этой земли. Но теперь мы передаем его из поколения в поколение. Земля дает нам все. У воды и в гротах растут целебные травы. Из древесины лесной березы, прямой и крепкой, получаются отличные стрелы. А из бледных поганок, что растут на гнилых бревнах и в темных сырых низинах, мы добываем смертельный яд. Ну вот так вот и живете. Живете, да. Ну, Ларка, ну давай быстрее. Я, конечно, понимаю, это все страшно, там и т.д. Да. Да. Так, давайте клавиатуру быстренько поменяю, а то я не могу бегать и прыгать такое же время, идти вперед. То есть могу бежать и прыгать, но идти так вперед не могу. Вот. А так, по крайней мере, могу делать все. Так, как понимаю, прав, мне нужны стрелы. А как-то их менять? Вот так вот, я понял. Это наша? Щит, я бы плохо вижу.
Вообще не представляю, откуда кто стреляет. Ну кто-то откуда-то стреляет, но я просто это не вижу. Даже я вижу сами... Вот выстрел, они где-то вот там. Вот, да? Но самого чувака там нету. Yeah, and it's problem. Так, надо быть немножко внимательнее, потому что тут могут трассы весь есть. Надо их ломать, потому что это наше испытание в этой игре. На данный момент. Что чувак, тихо. В смысле? Что-то мазилось так какое-то. Наверное, пока что не надо на них попадаться. Главное было мозг взорвать, тогда все будет зашибись, как говорится. Рации нет? Воду нет. Ты что, Ларка? А, стрел нет. Да чё за фигня-то такая? Придётся с калашом бегать, с лука уже не получается. Их слишком тут много. Вообще патрон нет. Это даже отчасти очень странно. Всегда патроны были, а сейчас бац, их вообще нет. Наша. О, найс, о, найс. Найс. Вертолет это чуть не самая главная вещь в этом месте. Лара, ты там? Троица занимает башню. Мы оказались в ловушке в катакомбах под ней. Мы с Ильей попробуем добраться до дальних холмов, к логову старого медведя. Троица все еще внизу, на старой советской базе. Мы дождемся глубокой ночи и отправимся в путь. Риск огромен, но выбора нет. Грядет бой. Вряд ли мы переживем его без целебных трав. А они растут только в холмах. Держитесь! Я иду к вам! Так. Опа. Опа-на! Третье улучшение.
Качаем. Перчатка специальная, ничего себе. У нас ничего не хватает, к сожалению. Я бы прокачал бы реально. А, больше урона. Давайте возьмем лучше автомат, прокачаем. А тут патроны только, так что не будем ничего качать. Хотя вот может дробаш прокачать. Увеличит урон. Давайте так сделаем, и все. Я сейчас буду с дробаша стрелять, потому что это, ну, почему бы и нет. Так, сокровища, походу. Ничего так. Чё одни взрывные стрелы? О, я его с одного удара убил. Еще греческий. Мы встретили первую зиму после нашествия монголов. Боюсь, выживет только каждый третий. Когда-то мы жили в мраморных дворцах, и нас грели геотермальные источники. Нас окружали богатство и роскошь. Ныне предел наших мечтаний — набрать достаточно шкур, чтобы наши дети не замерзли насмерть, и достаточно корней и ягод, чтобы самим не умереть с голоду. Мы должны приспособиться, иначе сами станем кормом для червей, а наше место займут звери. Мы можем рассчитывать на себя и только на себя. Угу. Вот так вот. Вот так вот. Нечего к Ларке приставать. Своими щитами. Не, реально взял, всех раскатал. Вот я даю. Вообще. Вот еще босс файт будет какой-то, я не знаю. Тихо. О, нет. Вот так вот. Взрывные вещи — это вообще пупенно. Боюсь, это еще только начало. Расскажи мне об этом месте. Ты заслужила право знать. Пойдем. А лут собрать? Столько трупов. Виды делать этот пупетный, просто зашибись. Давным-давно пророк принес святой источник в эту долину.
И чтобы его защитить, мои предки построили Китиш. Для чего? Что такое святой источник, Яков? Реликвия давно забытых времен. Мы верим, что он содержит частичку души Бога. По легенде, те, кто увидели источник, обрели бессмертие. Но он всегда притягивал к себе алчных до его силы. Троица. Да. Они стремятся поработить весь мир. С источником их солдаты станут неуязвимы. Тогда помоги мне найти его раньше них. Это не твое бремя. Еще как мое. Из-за него я лишилась отца. Пустоту внутри тебя нельзя заполнить, Лара. Только отпустить. Я найду его. Так или иначе. Ну и в конце концов она расскажет. Ну это тоже как вариант можно считать. Стой, Софья, отпусти меня. Я должна это сделать. Ты проливала за нас кровь. Я хочу помочь. Ты знаешь, где Атлас? В соборе. В архивах под ним. Но идти придется одной. Почему? Что там такое? Там иные. Бессмертные. Они убьют любого, кто войдет. Отец верит, что они остановят Троицу. Я не могу рисковать. Я знаю. Вот. Возьми. Это поможет тебе добраться до собора. Или она нам поможет. Это же еще один вариант. В конце концов, нам все равно кто-то поможет в какой-то момент. Интересно, если буду так делать. Ага, сейчас. Как там патроны делать были? Ага, сиделка, понимаешь, сколько в десяток штучек. Че, мне обратно не пробраться, что ли, да? Ну ладно. Пойдем дальше. Хотел пособирать лут. И вещички всякие, походу, не судьба. Давайте еще пару сделаем. Вот так вот. Погнали. Безопасно там внизу. О, ничего себе. Ларка. Твоя новая способность. Нормас. Ты меня удивляешь каждый раз все больше и больше. Мне же сюда, я же вижу. А, ну или туда. То есть надо бежать. Лодь земли отдала нам свои богатства. И мы научились выживать и обеспечивать себя. Нефть сочится на поверхности земных недр. Мы собираем ее в глубоких низинах, пещерах, берлогах и могилах предков. И она прекрасно горит. Во время войны мы окунали в нее наконечники стрелы и поджигали их. Дальше в глубинах бегут блестящие жилы металла. Из него куются простые инструменты. Но однажды он понадобится нам, чтобы починить советское оружие. Даже если ты находишь гармонию с природой, не жди, что ты найдешь ее с другими людьми. Так, пошлите дальше. Так, типа надо всегда бежать, прыгать и нажать на Е. Типа, все будет зашибись. Ну так мне игра сказала, так что поверю. Тихо.
Не знаю, куда мы идем. Я по карте вообще не ориентируюсь, надо будет посмотреть на карту, а то что-то на карту не смотрю в последнее время. Ага, вот где я нахожусь, да ничего себе. Я где-то начал у тута. Не у тута. Ну точно, ну не у тута. Так, мы идем в эту локацию потихоньку. И выйдем с этой стороны, походу. А то что за локация у нас? А, это деревня? Я тут думал, что это... Да не, вот эта локация очень тебе далеко. А нет, вот это даже... А, это вот эта локация, ничего себе, мы как далеко ушли. Стоп, а как? Чё? А то стоп, что? То есть мне разбегать и побежать, прыгнуть и нажать на Е? Ларка, ну ты все прокачана. Кибер прокачана. Лара, если пойдешь к собору, берегись. Там полно солдат Троицы. Я знаю, но выбора нет. Там что-то есть? Внизу. Сколько насилия, сколько смертей. Но, несмотря ни на что, люди Якова продолжают сражаться. Их связывает клятва, данная их предками. Долг, перешедший по наследству. Но я вижу, что они просто хотят жить в мире. Думаю, им пора расстаться с прошлым. Если мне удастся найти Атлас, я смогу забрать отсюда Святой Источник. И им не придется больше страдать из-за него. Они смогут поделиться бременем правды с остальным миром. Но если все окажется впустую, не знаю, что тогда делать. Не думаю, что все впустую прям пойдет. Вот так вот. Надо было раньше прыгать. Ладно, сейчас все пешком заберемся. Я же знаю тебе, я же знаю, как эта игра работает. Когда учились читать, говорили, что для охоты это не нужно. Но вот вам урок. Все взаимосвязано, а я всегда права. Для тех, кто понял, сколь глупо упрямство и могут прочесть эти строки, первое задание. Выследите, поймайте и освежуйте любого мелкого зверька из долины. Зайца нетрудно поймать где угодно в любое время дня. Как маленьких русаков в нашей долине, так и беляков в горах. Белки держатся ближе к деревьям, а в непогоду укрываются в гнездах. А если захотите найти крысу, ищите в развалинах или там, где покоятся тела павших. Пожалуйста, не надо нести мне крыс. Туториал такой, знаете, для детей. Тащите все, что хотите, но так и не крыс. Конечно, можете себе взять, но не мне. Это уже детишки вы сами. Та-та-та-та-та. Фонарь. А у меня тут. Стоп, а у меня зачем был? Уже. О, тут не заполнено всего. Так, я хочу спуститься и взять все вещи сюда. Не стану больше отрицать, что меня влечет Кали. Когда я бродил по горным тропам высоко над долиной, она нашла меня. Теперь я знаю, что влечение взаимно. Я объяснил ей, почему не могу, не должен. Говорил, что подобное легкомыслие не подобает человеку моего положения, что я никогда не смогу сделать ее счастливой. Но слова утратили значение. Пока они выходили из моих уст,
Руки уже раскрыли объятия. Столько времени прошло, а я все еще человек. Хм. Если кто написал, бессмертный это что ли? Нет, это какой-то из них. О, там что-то внизу. Это железка, да? Если это железка, то let's go. Теперь мы это все можем собирать, это круто. Реально очень полезная фигня. Взрывные стрелы, это, конечно, вот то, что не хватало, вот реально. Вот за всю игру. Стрелы вообще меня спасали. Они очень полезны. Так, пошли туда. Yes, тут карта. Ну должно тут быть хоть что-то. Так, о, смотри, сколько тут документов. Сейчас придем туда и будем все читать. Так, надо садить еще назад. А. Вы живы, это радует. Мы доставили большинство раненых в укрытие, но враги вернулись. Они захватили верхнюю деревню. Там внизу в долине есть еще один. Они организуются по горе. Окей. Как там прятаться? Ну, он как бы меня услышал, как бы не услышал, так что. О-о-о. Все? Я же всех завалил. Одно дальше по стелсу пробегу тут. Ну, полу стелс. Конечно, всех завалю. Ну что это надо? Я так всегда делаю. Но не судьба. Ладно. Здесь все, что мне удалось узнать. Анна и Константин тут главные, но они всего лишь марионетки в руках кого-то с деньгами и большими планами. Я сузил круг подозреваемых, но с трудом верится, что у кого-то в Ватикане есть своя частная армия. Однако все дороги ведут в Рим. Поверь, для меня это все тоже звучит невероятно, но люди должны знать. Уж если помирать, то хоть за правое дело. Кстати, Константин, ты небось тоже это считаешь? Ты можешь меня убрать, но тебе не победить. И если вдруг не удастся сказать тебе это в лицо, то знай, что ты долбанный псих. Yes. Так, а такое надо уничтожать. Вот так вот. И теперь ничего такого. Так, перед тем, когда пойдем туда, сначала добудем это... Окей, не будем. Тогда не надо. Так, сначала тут надо все разведать.
быть-то всякие листочки, там, не знаете, всякие штучки. Ну тут, знаете, по-любому где-то девушки спрятаны. Ну, должны быть тут-то где-то, ну по-любому. Так, и это канат почему-то идет с крыши. Мне кажется, там может что-то на крыше есть. Тут бутылочки, то есть можно просто так канат было провести, где по нему так, окей, я понял. Но даже тоже как бы палено, не? Стоп, а под землей ничего нет такого? Ну, по крайней мере, ничего не просвечивается. Так что погнали. Ну, сначала делаем так. Щит. Олей. Не надо, народ. Чувак, подожди. Спасибо. Что подождал? Ай, прушиетит. Нет, странно, что они пошли в мою сторону, хоть они не знали, где я. Чё не за реалистичность? Не, реально не должны были знать, где я. Они взяли и пошли туда, где я как раз и есть. Ну туда, да? Так что. Так, тут походим. О, маслица. Маслица? Патрончики. Коробочки. Еще патрончики. Игра решила, что мы будем использовать много дробовика. Ну тут-то было. Я не знаю, почему я их уничтожаю. Ну, я не знаю, почему я рада их уничтожаю. Пусть будет уничтожено. Типа... То есть мы туда, да? А что мне интересно в этой стороне? А, это и есть та локация, где полно файлов? Так, тогда подождите-ка. Где-то находится тут один файл. Неизвестно где, а вот он. Так что все будем подбирать. Я согрешил во имя Господа. Много крови пролилось в долине. И продолжает литься. Прости меня. То, что работа во имя Господа требует жертв, не значит, что я чист. Прости меня. Ибо со времени стигмат моего детства грешил я во имя Твое. Прости тех, кого я убил сам, и тех, кого убили во имя меня. Ибо не ведали они, что творят. Прости меня. Прости, что работа моя все еще не окончена. И много крови еще должно пролиться. Да уж. Не самое лучшее послание. А, не самое лучшее молитва, ладно. Что поделать. Так. Все. Чихнул я. А теперь можно и дальше играть. Ой-ой-ой, нет. Так не надо делать. Так делать не надо. Так, у нас вот тут один файл есть. То есть где-то в этой стороне. Надо вообще найти этот файльчик. Где он? Где он тут? Почитай книжку. Греческий. Задание на сегодня. Принесите мне птицу.
Большинство из них летает днем, а ночью спят. Простые птицы вроде чаек, конечно, сгодятся, но только для лентяев. Тем, кто захочет меня впечатлить, придется выкроить время ночью и забраться повыше. Самой ценной птицей объявляю конюка и заранее предупреждаю: не вздумайте тащить мне птиц со своего двора, я их не зачту. Жестоко вы, тетенька, жестоко. А почему это подсвечивается? Типа можно бомбануть? Типа this can explode? A burn? No? What the hell? Ну и ладно. Не то, что файл больше не... А, нет, он такой, есть файл. Вот он в домике. Охрана пришла ночью. Я так и знал, что придут. Убивать технаря из эха было уже слишком. Я знал, что нельзя, но не удержался. Потомки надоели, хотелось чего-то большего. Меня притащили в комнату без окон и бросили, сочли за мертвого. А потом пришел Константин. Взял мою голову в руки и улыбнулся. Сказал, что понимает. Что сам когда-то был таким же. Что я согрешил, но прощение еще возможно. Сказал, что я просто жадный до крови дуболом. Пообещал искупление. Мол, у меня есть особые умения, которые нужно только отточить. Они превратят меня в настоящий клинок и направят в цель. Я чуть не расплакался, и ноги ему целовать полез. Я стану тем, чем должен. Ради Троицы. Ради Константина. Я понял. Я себя понял. Константин, ну ты даешь. Взял пол всего на себя перевел. Алхогбар. Что он сказал? Что решать не им. Но он нас рекомендует. А потом будет какая-то церемония посвящения. Обыскать место. Проверяем пустынь. Нет, что-то нереалистично. Второй был. Не знаю, что это, но ладно. Я всех завалил. Большинство точно. Кто посмел на меня пули поднять? Кто-то посмел. Заряжайтесь. Я вам мешать, если что, не буду, так что можете спокойно это делать. Там два файла внутри. А, погнали. Ладно, погнали. Все.
Ну же точно же все. Нет? Типа по-любому все. Тут должны быть файлы. Ага. Крофт постоянно нам мешает. Кто-то раздул в ней искру. Лорд Крофт был слишком оторванным от жизни. Он был трусом. Его дочь не такая. Сегодня я чуть было не заявил, что должен убить Крофт лично, и чтобы никто другой не смел этого делать. Боюсь, она затмевает мой разум. Я должен напоминать себе, что эта девчонка лишь препятствие, а цель моя — святой источник. Ну, Крофт, ну ты даешь! Костопчик. Я наверх, да? Где-то наверху должны быть документы. Это рация. Тарка, что-то рациями покидайся. Проклятая болезнь. Ослабляет мое тело. А теперь еще и разум. Постоянно отключаюсь. Погружаюсь в воспоминания. Перед глазами тот день, когда умер лорд Крофт. Когда пришлось срочно менять план. Когда я думала, что мы потерпели неудачу. И еще более ранние воспоминания. Мои первые дни в Ордене. Изучение тайной истории мира. Осознание нашего долга по его спасению. И еще раньше. Детство. Мое и Константина. Когда доверять можно было только друг другу. Заставляю себя вырваться. Возвращаюсь в настоящее. Я всегда делала то, что должно. Сделаю и в этот раз. Ну, по крайней мере. Тоже как бы можно сделать то, что ей надо делать. То, что ну, она делает то, что надо, типа, по ее мнению. Так. Типа разбежаться и запрыгнуть туда. Погнали. Или что нам надо? И надо было прыгнуть, нажать на Е и потом еще раз прыгнуть. Вот как уже идет второй вариант. Я не знаю, зачем я рядом ломаю эти компы. Но пусть сломается. Данные, они удаляются, некоторые, которые были на том компе. Может, не настолько важно, конечно, но что поделать. Каждый файл может как-то повредить. Йо. Так, вот это мне нужно обязательно. Теперь еще закончится, будет потом вообще не круто. Я недооценивала врага. Из-за моей глупой задумки погиб Илья. А отца нет уже 2 дня. Чтобы выстоять против Троицы, нам нужны все силы. Кажется, они нанесли нам смертельный удар еще до начала сражения. Вера защищает нас. Но что в ней толку, когда враг становится сильнее с каждым поколением? Мы, может, и переживем эту войну. А вот за наших детей мне страшно. Ну, посмотрим, что с вашими детьми будет. Не, если мы Троицу сейчас уничтожим, то все будет зашибись. Но это не точно. Это не точно. Yes. Почему пока что я могу прокачать, но я правда не могу прокачать? Что за обман такой?
Или я только некоторые луки могу, типа, вот, типа, что-то подобие такого. Понятно, окей. Давайте пистолет прокачаем. Ну как же без пистолета? Дополнительный урон. Скара стрельбы. О, да. Сейчас будем разносить. Смотрите, какой... Это вообще дигл получается какой-то. Не, реально, это дигл... Что, что? На дигл похож. Дигл с глушаком. Купеть. Вон, инвентарь выключается. Вот это да. О, давайте прокачаем что-то, пока можно. Ну вот так качать все уже подряд, потому что там... Ну нету того, что мне надо уже. Как бы я там уже прокачал основное. Что именно я хотел прокачать, так что... Можно сейчас не переживать на эту тему больше. А где тут файлы типа лежат? Там наверху что ли? А как туда наверх попасть, а? А, все понял. Сейчас попробуем туда попасть. We fucked. Умер? Рысь! Опасная кошара. Это фонарь? Это я подумал. Так, берем еще. Внимание! Кажется, мы потеряли контакт с командой из Нижней долины. Вы их видите? Никак нет. Ой, я бокс не поменял. Возможно, просто радиопомехи, но Константин не любит рисковать. Фух, это было опасно. А мне сюда надо было? То есть я могу типа рискнуть и попробовать туда запрыгнуть, но стоит ли это того? Наверное, стоит. Ну, не стоит. Точно! У меня же буква Е есть. Я просто не могу запомнить это. Ну что, это непривычно. Серьезно, все заново? А чё, рысь всё? А, я за опять звук забыл поменять, ладно. Я не знаю, почему эта песня в голове играет, но она просто прикольная. Let it grow. Кремниевый наконечник стрелы с желобками, разломленный надвое. Выглядит знакомо. Такие же находили в Америке. Техника осталась той же, несмотря на путешествие через полмира. Вот так вот. А я почти это пропустил, представляете, да? Mm-hmm.
Ух. Так страшно. Внимание! Кажется, мы потеряли контакт с командой из Нижней долины. Вы их видите? Никак нет. Вероятный противник. Возможно, просто радиопомехи, но Константин не любит рисковать. Красота! Ой, это пропало. Так, короче, как я помню правильно, прыгать, нажимать на Е и вот так забираться наверх. Ах, сложно. Сложно. Мы узнали, что пророк прибыл в Константинополь, но не обратили внимания. Великий город всегда привлекал безумцев и обманщиков, утверждавших, что с ними говорит Бог. Мы слышали невероятные истории о чудесах, явленных пророком, но все равно не стали его искать. Но потом мы услышали его речи, увидели, как его истина рекой лилась по форуму Константина. Он не утверждал, что говорит за Бога, напротив. Он говорил, что ни один человек на это не способен. Но его мудрость была неоспорима, и никто из нас на форуме не мог его опровергнуть. Нужно побольше разузнать о нем. Я должен снова услышать его. Ну, слышь. Так. Опять куда-то и лезем. Так, а тебе не задолбалось? Тебе не задолбалось? Ты не задолбалась лазить так? Так. Что, побежали? Ран! Внизу кто-то. Мне так просто показалось. А, нет, только и правда. Ладно. Вот так. Ха! В смысле? Ладно. Так, пойдем в обход. Вот туда, а можно сюда просто еще прыгнуть ради прикола. Конечно, это никуда дальше не проверяемся, надо просто взять лут и все. И не более. Чувак, ну ты глухой. Нет, вообще нереалистично как-то. Ничего себе живучий какой. Так, где-то вот тут находится файл. Погнали! Уху-ху-ху-ху. Ну, Ларка, удачки. А то, хе-хе, можешь помереть. Ну, это, конечно, ну, но это не точно. Где? Там где-то внизу есть файл. Может, он сам там внизу находится? Или где-то под нами? Ну да, походу один файл все-таки прокакал. Тут вообще их 33 штуки, так что если потом вернусь. А то это долговато. Давайте обратно. Не, конечно, можно вернуться просто ради файла, да? Но мне лень. Ну ладно, давайте тут и закончим. Вот тут колокольчик. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Все части. Походу, у нас скоро будет финал. Потому что, ну, что-то очень так все это идет. Чуть-чуть.
Так, ну, странно. Как обычно в конце игр такое случается. Вот обычно так случается. Вот, мне кажется, сейчас мы уже близко к финалу, наверное. Сейчас посмотрим, сейчас сохраним игру. И это уже будет достаточно. Вот, пятое сохранение, и смотрим. Это у нас целых 48%. Хотя нет. Ну, не знаю. Ладно, давайте. Всем пока.